И ямчиков, ребята, всем привет, с вами, как всегда, я Градус, а также мои друзья Влад, Юни и Руня. Здорово, кенты! Всем привет, на связи, я Юни. Привет! И сегодня у нас необычные прятки, да что уж там, у нас каждый день необычные прятки. Ведь сегодня у нас будет соревнование между оборотнями и вампирами, где оборотень будет искать, а вампиры прятаться. Все поняли? Правила у нас чуть-чуть изменились, поскольку карта на самом деле огромная. Прятаться мы будем в течение 10 минут, и за это время нас должны будут найти. Не найдут, значит победили. Мы уже определились, что водой буду я, тем самым оборотнем. Поэтому, ребята, даю вам время спрятаться. А вы, дорогие зрители, можете подписаться на канал, кто до сих пор не подписан, и влепить лайк, ведь вы очень любите тему пряток. Ну, а Влад, хватит повторять за мной. Лучше беги, пока я тебя не сожрал. Давай, давай, пошли, пошли. Кстати, за пределы замка не вылетать. Жаль, я собирался это сделать. Ладно. А мы подождем одну минутку. Я улечу в то место, где мне градус точно идет. Не знаю, как у вас, ребят, но у меня есть преимущество. А, подожди, у нас у всех есть преимущество. Мы летучие мыши. Мне кажется, я тебя вижу. Кого, меня? Да, да ты летучая мышь. Так мы все летучие мыши. Я вот лечу вот сюда. А я вижу тебя, посмотри на меня. Ты же понимаешь, что он даже в принципе сюда не залезет, не? Да! Хотя, ну если что, мы улетим, будут догонялки, а не прятки. Кстати, можно просто над ним летать постоянно. Да, я залезла. О, то есть я спряталась. Вот вы самые умные, да? Да. Забрались куда-то наверх, и я наоборот снизу буду тусить. Ну что ж, ребята, ваша минута истекла, и я выхожу. Хожу на охоту. Есть у оборотня одна интересная штука, которая позволяет находить игроков по нюху. Но проблема в том, что я не знаю, как это будет работать на вас, конкретных вампиров. Поэтому пожелайте мне удачи. Пожелаю удачи. Пожелаю удачи. А я тебя уже вижу. Он прыгает. Вообще живот. Дайте я угадаю. Вы где-то наверху. Короче, как оказывается, я могу взбираться только по деревянным доскам. Ну, ты проиграл. Поздравляю. Я подождите, слишком рано. А, Влад, я тебя вижу. О, здорово, волчонок. Влад, это, конечно, круто, что ты там наверху забрался, да? О, гад, интересно придумал. Ну, давай, догоняй меня. И такое я могу за оборотень делать. Урон, конечно, мне наносится все равно. А, урон, нифига ты разбился, я видел это. Так, а где же ты? Да вот же. Это я. Где же у нас настоящий Влад? Давайте поищем. Да, наверное, ты уже отсюда улетел, да? Да, 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 да. Ну, теперь да, точно. Я просто тебя по запаху начал искать. Да я так и понял, поэтому я ушел. Космос улетел. Так, дамы и господа, нет, ну это просто никуда не годится, поэтому я больше туда взбираться не буду. И попробуй, пускай кто-нибудь туда залезет, я его сразу одним ударом как-нибудь да вырублю. Не-не, я уже спустился чуть-чуть пониже. Как тебе подсказка? Да, если б я мог вас так просто обнаружить по запаху, вот было бы не так вот сложно. Еще и возможность превращаться в маленьких летучих мышей, это тоже довольно-таки сильное преимущество, но я быстрее. Найти бы только. Я думаю вылететь, тут так скучно, ждать тебя. А я вообще за мышку не играю, неинтересно. Так никто не играет за мышку. Просто благодаря ней можно было забраться в очень интересные места. В принципе, куда собралась и я. Градус только что мимо меня пролетел. Ну, так сказать, пролетел. Прыгнул и не заметил. Я настолько быстрый, что сам уже не могу контролировать эти прыжки. О, мне кажется, ты меня увидел, да? О, вот вижу, какую-то летучую мышку полетела вверх. Это я. Ах ты засранка. Ну все, я бегу к тебе. Я говорил, вверх лучше не лезть. Вверх это воздух, да ведь? Ну так-то... Получается, да, CO2. Я спрыгнул. Или это физика? Опа, вижу летучую мышь. А куда ты за пределы полетела? Я не за пределы. Все? А ты все поймал ее? Да, так я увидел, как она летела, она же медленная по сравнению со мной. У меня тут еще, правда, зеленые точки. Это я вижу каждую овечку, которая здесь бегает. Просто в этом замке только овцы, в принципе, и водятся. Ну и пару лошадей. Кажется, я вижу, Градус, тебе стоит обернуться. А зачем ты так делаешь? Опа, опа. О, ты привет. Опа. Это чья мышка, да? Потерять-то тебя будет проще простого. Если ты будешь в беде, Влад, говори, я прилечу. А я хотел призвать много мышей, но почему-то не призывает. Мне нужна помощь! Сейчас мы к тебе полетим, подожди. Да. Я просто молчу, потому что мне надо как-то догнать. Я вижу, куда полетела настоящая. Уже не вижу. Блин! Мне надо в настройках немножко полазить, а то мне уже реально немножко неудобно бегать из-за того, что меня останавливает карабкание по стенам. О, Стоящих я вижу, вижу. Лечу. Ой, привет, да ты чё? Вы уже меня дразнить решили? Да. Ну да, ты какой-то скучненький. Хорошо, это только в моем раунде вам такая поблажка, что вы можете превращаться в летучих мышей. А как насчет следующих, чтобы не было такой возможности? Я за. Ну что сильно просто, мне кажется, нам играть. Мы тебя заморозим тогда в следующем раунде. Ну, кстати, силы свои можно использовать. Телепорт, там все дела. Что? А я стою в настройках шарик, подожди.
Разбираюсь тут, как работают вампиры ваши вообще. Попасть не могу, слишком маленькие. А! Зачем? Она меня заморозила! Я случайно просил! Нет, я хотела его заморозить, а почему ты... А как ты вообще это получилось? Перед моим лицом. Да ё-моё, как это тяжело. Вот зачем от него прятаться, если он просто не может даже попасть? Это читерство, я сейчас чеснок достану. Я пытаюсь попасть по недвижущейся летучей мыши. Заморозка! Запомните, это градус пытается взять недвижимость. Неуспешно что-то. Все, ему грустно стало. Сдолбай. Убил. Это кого я из вас убил? Это меня. Я пытаюсь догнать Юни. Это, в принципе, не сложно, но наверх бежать, конечно, тяжело. Но это ю-ху-ху получается, наша победа. Ну, это получается, да, только Юни сейчас победит, если я ее не обнаружу. Но это правда тяжело, она маленькая. Я не рассчитывал, что все будут постоянно летучими мышами. А, по-моему, очевидно. Все, я спряталась. Поздравляю тебя, ты победила. Поздравляю. Ты залезла туда, где я даже не могу теперь выбраться. Все, ребята, ладно, в этом раунде я проиграл, потому что это было очень тяжело. Вы-то хитрые летучие мыши постоянно только в этом образе были. Ну, ладно, второй раунд. Я отдаю это звание оборотня кому же? Кого же я, кстати, перенашел? Руня. Следующим оборотнем будешь ты. Ауч. А, я умираю, нет. Ну что, теперь я. Оборотень, и у вас есть пара секунд, чтобы от меня убежать. Что значит пара? Раз, два, три. У нас минута. Ты покрасилась? Нифига ты. Да, это мой новый блондинистый цвет. Влад, беги, она же говорила. А, она же меня убьет. Время-то идет. Заговорила зубы. О, кто это? А, я не гений. Заперт. Обратно, Влад, обратно. Четыре. Ребята, мы же не сможем больше в летучих мышей превращать. Не, ну сможем, но злоупотреблять вы так не сможем. Пока, пока. А что значит не злоупотреблять? То есть в экстренной ситуации я могу его использовать, да? Ну, не постоянно. Не можешь летать. О, я увидел Влада! Я увидел Влада! Да это я на панике сюда улетел. Я надеюсь, вы прячетесь в летучих мышах? Нет, нет. А, что ты с летучей мыши тут, а? Здорово, вы что здесь делаете? Меня убили. Что, серьезно? Серьезно? А вы думали, это крики просто так? Типа, прикол? Да я думал, она просто мышей нашла рандом. Так, я уже побежал уже в другую сторону, ну его нафиг. Градус слился со стеной. Просто, он же голый. Голые смешные. Это реально градус. Походу, за мной гонятся. Я просто хочу молчать. Градус, вернись. А? Он я вернулся, тебя обманули. Я сменю локацию все-таки немножко. Помните, главное не злоупотреблять. Градус, я тебя нашла. Помните, главное не злоупотреблять. Ты вообще козел, на тебя нашла, иди отсюда. Иди. Она меня нашла, говорит, да? Вначале вообще было стрёмно. Она прям возле меня была. Я такой, типа, о, господи. А мне понравилось. Я тебя нашла и бежит ко мне. Я тебя нашла. Влад такой, господи, неужели? Где надо лететь? Градус, ты так свои глаза прячешь? Да. Красивая стена. Влад, бежи, к нам приближается! Бели. О, беги, беги, беги. А чё? Ты че, ты кусок овцы, что ли? Что происходит? Кусок овцы. Это не прикольно. Так ты бегаешь по одному и тому же месту. Мы тебя как бы видим. Теплее, горячо, горячо, кипятка, кипяток! Ааа, горю! Это прикол какой-то, я не знаю, приколисты, блин, стендаперы. Ну где? Здесь ты лок-батун, вылазь! Ты с ума сошёл? Здесь нет мода на превращение. Кстати, я, помнишь, говорил тебе, что нельзя вылетать за пределы карты? Так вот, теперь правила поменялись. Нет, нет, нет. На стене можно тоже находиться, вдруг ты не знала. А, да? Так, что за фигня? Ё-моё, 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 нет, 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 я спалился, я спалился, я спалился! Все замолчили, она меня увидела. Пока замолчили на расслабоне. Замолчили. Да замолчили. Раз, два. Руню в гости жди. Три, четыре. Не хочу, не хочу, не хочу. Выступаю на твои пяточки. Ты уже пробежала меня пару раз. А, понимаю. Так это работает. Ты даже попасть не могу. Это так тяжело. Я побежал отсюда. Влад, я к тебе. Ой-о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 й
место. Влад настолько, я не знаю, он в прятках постоянно выигрывает, потому что никогда не рискует. Неправда! Я всю игру прошлую за тобой летал. Рудня, давай я тебе это, пока у тебя осталось 2 минуты, хочешь подсказку? Не хочет. Вот я бы на твоем месте далеко не уходил от этого места. Я не мышка, если что. Я такая крыска, потому что сижу здесь всю игру, но не мышка. Руня, ты сдаешься или нет? Потому что я такими смотрю темпами, ты не найдешь Влада. Они
конечно, сдаюсь. Ну что ж, дамы и господа, третий раунд, где водой становится у нас Саюни. А карта такая большая, что может быть добавить некие изменения. Если я кого-то нахожу, он встает на мою сторону и становится волчарой. Водой, да. Ну, если бы здесь был Райм, он бы сгорел от того, что мы меняем правила посреди раунда. Она, конечно же, решила это предложить только когда сама стала водой. Классно. Ну, слушайте, это на самом деле не так легко будет теперь прячущимся. Так что давайте. Так, давайте, у вас есть целая минута, чтобы спрятаться. А тех, кого ты поймаешь, присоединятся к тебе. Ребята, валим отсюда. Ребята, нам нужно быть вместе, чтобы если кого-либо из нас словят, мы убили его. А я буду как горгулья. Вжух. Так как меня в любом случае найдут, я решил спрятаться в очень странном месте. Там же, да? Возможно. А мое место самое лучшее. А я не могу. Я буду плакать. Я вижу, куда она лезет. А кто на горе? Ворота. Одно и то же. Одно и то же. Градус. Отец русской демократии. Гений просто мысли. Отец русской демократии, украинец. Так, давайте без лишних вопросов. Так, ребят, вы, надеюсь, это видели? Я никого еще не видела. Блин, если ты меня найдешь, это так смешно будет. А я человек-куст. Я не знаю, вряд ли меня Юни найдет. Человек-куст? Да. Влад, я тебя вижу! Я понял, почему ты угораешь, ты так смешно выглядишь. У тебя так башка торчит смешно с твоим лицом. Просто посмотрите, ребята. Сидит хихикающая морда. Я видела летучую мышь. Скорее, частичку от меня воняет этими частичками. Привет, Влад, привет. Здорово. Ты понимал, она смотрела, блин, на меня. Да, а я еще так и смотрю. Юни пробежала и так вроде поворачивает голову, пока тебя машу. Ты близко? Очень. Не знаю. Каково это наблюдать тебя прямо перед своим лицом? Я чувствую себя в помойной яме. Как это смешно. Давай я к тебе приду. Так зачем? Нас двоих убьют, найдут. Привет, Руни. Ах ты зараза, давай лети вниз, давай. Смотри, смотри, где Влад стоит. Да где? Я вижу вас! Ох вы! В итоге вас спалили, а меня нет. Влад, я к тебе, ну его. Иди. Я понял, что Влада самое беспалевное место. И мы все находимся в одной точке карты. Я на разведку, Влад. Давай. Я приведу к тебе Юни. А, все, с кайфом, спасибо огромное. Да ладно, я шучу. Давай, я вот на воротах стою. Так. Я сейчас прыгну. Ну все, я тебе подсказал, на этом мне хватит. Я не могу туда забраться, ты не понимаешь. Да не тут он не тут. Просто да. Подсказка, никуда лезть не надо. Я скажу так, я червяк чисто. Только не убивай меня сразу. Я, если что, если ты меня найдешь, я говорю, я не буду убегать, потому что у меня нет выбора. Как вы вообще находили нас? Легко. А, я же еще не был поисковиком. Что, ты нашла кого-то? Да. Нет, с тобой летучая мышь летает, ты вообще не видишь ее. А что сейчас произошло вообще? Я не знаю, что сейчас произошло, Влад. Я правда не знаю. А я поверил, потому что ты на меня смотрела и сказала, что нашла. Да! Что? Вы видите это, ребята? У меня палец болит на shift. Да сколько можно? Она издевается. Она издевается. Я не перестану угорать, это просто что-то с чем-то. Ребята, вы это видите? Юни, обернись, пожалуйста. Юни, пожалуйста, убить его. Влад, если я стану водой, я не буду тебя ловить. Хорошо. Юни, убей. О, божечки. Воды прямо на него смотрят. Стой, не убивай, подожди. Ура! Ладно, все заслужено. Он был здесь все время! Ты сидел тут! Да! И у меня, прикинь, вот это лицо из земли торчит! Я не могу, у меня истерика! Тебя за тобой вообще не видно! Ну все, теперь давайте, крыски, сюда идите! Да я их так сейчас загрызу! Ну как дела, Влад? Меня обманули только что! Нет, я не превращался в невидимку! О, привет! Да! Это было близко! Нет! Это лучший раунд! У нас осталась минута, чтобы найти Руню! Давайте, все вовремя, не быстро! Я вижу летучих мышей от нее! Минута, нет, вы меня не найдете никогда! Привет! У меня два лука-батуна на твою могилку! Все нормально, у вас тут! Все хорошо!
Давайте, грызите ее. Когда мы так делаем, это значит, ты выиграл. Последний раунд, в котором водой будет Влад, потому что тебя первым словили, да, и ты еще не был, поэтому мои поздравления, вот тебе цветочек. Ну что ж, девочки, мальчики, девочки, прячемся. Влад, закрывай глаза. А четыре? Я закрыл глазки. Ребята, все полетели туда, где прятался Влад. Я ж проверю, в первую очередь. О, я нашел место, где никогда никого не найду. Проверим этот лайфхак или нет. 7 минут прошла, я бегу искать. Влад, желаю тебе удачи. Ты у нас прятался, максимальный уровень маскировки ты прокачал. А вот как насчет, чтобы найти кого-то? Ну, слушай, тут будут явные проблемы, вы уже знаете все нычки, что здесь можно. И я тоже их знаю, и типа все чекают, но это будет очень неудобно мне. Юни, я сейчас пойду найду тебя и покажу тебе место. А ну это, сласти, как я туда залезу? Подожди, у нас встреча. А, все, извини, все, не мешаю, вы тогда там общаетесь, разговаривайте. Так, Градус, слушай, он ко мне пытается пробраться, но ты побыстрее, пожалуйста. А я тут пряталась, меня просто раз нашли. Не-не, смотри. Не-не, чтобы крыша была видна. Да я пытаюсь понять по описанию, ничего найти не могу. Подобного даже. Ой-ой-ой, сейчас видела нечто пролетело рядом со мной. О, привет. Кого нашли? Пока. Руню, нет, она улетает. Я улетаю, а что мне это, оставаться там что ли? Я оставался до последнего. Но тут с Ладом и не поспоришь. Я спряталась. Блин, Руня молодец. Влад, хорошая попытка. Влад, я в листве, попробуешь мне найти? Нет. Сейчас, подожди. Влад, знаешь что, я хочу тебе все-таки помочь немножко. Работаем. Я хочу быть твоей поддержкой, только прибей меня. Вот как ты издевался надо мной в первом раунде. А, это ты? Да. Это неинтересно, ты даже специально умер. Влад, а ты знаешь, что оборотни могут тоже летать? Как? Смотри, Влад. О боже. Это новая волна. Да, как? Влад, лайфхаки от Градуса, погнали. Теперь мы призраки-волки, умеющие летать без креатива. Я только начал пользоваться этим модом, а я уже знаю все просто. Просто хитрости. Ага. Я чувствую убивать запах каждого из вас. И я про овечек, а не про людей, к сожалению. Но вот листва на самом деле очень сильно. А, я нашел Руню. Стоять на месте стоять, иначе рискуешь ничего не понять, стоять. Ты молодец. Я не знаю, что бы я без этого гения делал. Ты мне осталась одна. Давайте, теперь, Руня, ты одна из нас, и нам осталось прибить только Юнь. Мне только один выход. Это не выход, нет. А, она улетает! Я вижу ее, я лечу за ней! В общем, ребята, спасибо за просмотр данного ролика! Ставьте лайки, подписывайтесь на наши все 4 канала, пишите комментарии, как вам ролик! Всем удачи, всем пока, я улетела! Ой, ты меня ударил, убил!